Тахир Гулиев приехал погостить в Актобе из Азербайджана. Проезжал по улице 101-й стрелковой бригады и увидел, что горит многоэтажка, не раздумывая оставил машину и бросился одним из первых спасать людей из горящего дома, еще до приезда пожарных. Как только увидел пожар, сразу же оставил машину и побежал к дому. Смотрю, молодые ребята бездействуют, стоят, снимают на телефон, я был в шоке. Побежал к подъезду, увидел двух парней и позвал их с собой. Стали стучать в двери, кто открывал, тех сразу же выводили на улицу. Я попросил ребят купить воды в супермаркете, стали мочить футболки, прикладывали к лицу. Из третьего подъезда я вывел четырех женщин. Когда спустился вниз, ко мне подбежала девушка. Плача сказала, что ее тетя осталась в 49-й квартире на 6-м этаже. Тут как раз мимо проезжал мой друг ДЧСник. Увидел горящий дом, хотя об этом им сигнал еще не поступал, сразу побежал к дому, увидел меня. Я ему сообщил, что на 6-м этаже осталась женщина. Он, не раздумывая, поднялся на этаж, начал стучать, но женщина не открывала, затем он выломал дверь и помог ей выбраться. Потом приехали пожарные, мы им тоже помогали, разматывали шланги. Всего нас человек 7 было, ребята все молодцы. После того, как все потушили, мне позвонили пожарные, просили написать объяснительную, я написал. Я услышал, как дети начали кричать, и просто не остался равнодушным. В четверг в Актобе в жилом 9-этажном доме произошел пожар, сгорели несколько квартир. Сотни жильцов собрались на улице. Приехали несколько машин скорой помощи, пожарные поднимались по лестницам, разбивали стекла и проникали в квартиры. Азербайджанец, как всегда, не остался равнодушным. Вовремя среагировал и помог людям.